В 2015 году международная корпорация Terra Group развернула свои производства на территории новой свободной экономической зоны в Норвинской области. При проверке работы лаборатории Terra Group в городе Тарков представителям власти было оказано силовое противодействие со стороны частной военной компании «ЮСЕК». Вооруженный конфликт в Норвинской области принял затяжной характер. Территории были блокированы российской армией, а население эвакуировано. Миротворческие силы ООН остановили активную фазу конфликта, однако частные военные компании продолжили свою локальную войну на территориях, контролируемых местными бандами. Для решения своих оперативных задач российскими властями была создана частная военная компания «Биар». Серд, 300. Твою мать. Маус, на контроль. Чисто. Серб, куда тебя? Что с сербом? Характер ранения. Движение в цеху. Наши западные партнеры нарисовались. Встать можешь? Все, онемело, сука. Наблюдаю 8 контактов. Скиф, Серп, по тебе. Принял. Маус, на место Скифа. Держи задний выход на железку. Так пойму, только лениво не услышит. Ну что, закусываемся или валим? Серп, держать! Серва в укрытие! Попало! Сел! Вот ай!
Ты же сука! Подарок! Уже нет. Блин, мужики, демон, все. Мы сняли еще одну пулеметную лёжку. Обе ждали вас. Вот суки, продуманные гады. Походу, скиф оказался прав. И если бы не фарт, нас бы раскуяли по эти два расчета. Наш фарт обеспечили он борс с атлетом. Хорош гнобить скифа, блин. А ты считаешь, что проебал политгруппы на задачу? Только доблесть, да? А меня там не было. А вот когда по нам в ангаре из РПГ захуячили, я был. И если б не скиф, то я бы сейчас место 104. Вперед. Атлет, так что там у нас по группе скифа? Да вообще никаких следов. Мы все обыскали. Результат хуй. Херово. Нужно проверить еще пару резервных точек. Мои пацаны не могли просто так исчезнуть. Конечно, не могли. Мы идем. Входим. Место на маршруте, где мои парни могли бы закрепиться. На проверку нужно время, у нас Юсейки на хвосте. Объект сложный. Будем чистить по пыхах, снова потери будут. И что, мы просто пройдем мимо? А если я прав? Если мои парни там, если они ранены? Ты такую же хуйню загонял, когда нас на тот ангарчик вывел. А я демона знал еще с армейки. Отставить разговоры, Ворон. Скиф прав. У нас есть задача, и мы будем ее выполнять. Готовьтесь. Ворон, ну что вы там? У нас пока голяк. Никаких следов группы скифа. Идем проверять второй корпус. У нас контакт. Патруль диких минус. Контроль.
Опять повсюду эта хуйня. Стой туда! Все, выдвигаемся. Форс, форс, мы идем к вам, идем к вам. Никто залезать туда, Андрей! Все, им пришла! Ставьте, не хватит, ставьте! Да! Форс, работаю на того слова! Форс! Форс! Пошел, пошел, пошел! Хорошо! Огонь! Мне прорываться через диги! Через дальний коридор! Да идите в твою мать. Так, мужики, я с одной позиции вас больше не наблюдаю.
волками. Шевелите булками. Ворон, мы на перекрестке перед основным корпусом. Орлит, Орлит, наблюдаем вас. Этажи, у нас пока все чисто. Как-то все слишком гладко для такого странного местечка. Dead, baby. What's wrong with them? The toilet's that way. Eagle 2-1. Joker 3-2. Eagle 2-1. Message not received. Repeat your status. Я закажу! Господи, дай-ка! Я там, блядь! Андрей!
Оттягиваемся через первый этаж. Нам отходить нельзя, нужно давить раздевалку. Идут! Я жду команды! Пойдем по гранату!
За мной. Reminds me of a firing squad. Честная карта. Сплюнь, блин. 10-й посток шлифтовой. Сопровождаем двоих, встречай. Картень. Вон за теми воротами идет погрузка на корабль. Seems too easy. Даже не верится, что скоро будем дома. Что там за хуйня? Это, походу, какие-то снайперы ловушек ложивают. О, а откуда у диких минометы? У диких нет миномета. Всем уже пиздец какой-то. Потому, окрая,
блядь, вообще такие?